На конкурс дети читают стихи. Ростислав Тереной, 7 лет, город Невинномысск, Муса Джавиль, Чулочки. Их расстреляли на рассвете, тогда еще белая мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться и встать, затем горбут спиной. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять, дядь, не осуждали, не броня. Смотрели прямо в душу глядь, трехлетние девочки глаза, чулочки тоже. И смятение на миг осыпалось объять. Рука сама собой с волнением вдруг опускает автомат. Он словно сколот взглядом синим, и кажется, он в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, смятенье сильным произнес. Охвачен он невольно дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не может, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что если б дочка вот здесь, вот так твоя легла? Ведь это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец. Или ты зверь среди людей? Шагал эсэсовец угрюмо, земли поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравлена зажглась. И всюду взгляд строится синий, и всюду слышится опять. И не забудется поныне чулочки, дядя, тоже снять.